Järjestysluvut. Missä kerroksessa sinä asut? Итак, вы смотрите третье видео про порядковые числительные. В этом видео изучаем, как поставить порядковые числительные в инессив, то есть в падеж мисса, и сказать, на каком этаже вы живете. Мисса керроксесса сина асут. Рассматриваем числительные от 1 до 10. Для начала возьмем числительные 1 и 2. Ja они относятся к типу слов на нен и изменяются так же, как слова, к примеру, пунайнен или ихменен. Соответственно, в инессиве они звучат так. Toinen toisessa. Саara asuu ensimmäisessä kerroksessa. Сара живет на первом этаже. Пекка asuu kerrostalon toisessa kerroksessa. Пekка живет на втором этаже многоэтажного дома. Следующие числительные относятся к другому типу слов. И меняться будут по-другому. То есть числительные первый и второй являются исключением. Возьмем числительные третий и четвертый. Для того чтобы образовать падеж мисса убираем с конца числительных S, прибавляем суффикс ннэ -e, и в конце ставим окончание. Вот что получается: Колмас колманесса Нельяс, нэльяннесса. Примеры. Кайса asuu kolmannessa kerroksessa. Кайса живет на третьем этаже. Анти асуу нэльяннесса kerroksessa. Анти живет на четвертом этаже. Вы, наверное, уже обратили внимание, что в буквальном переводе мы говорим Кайса живет в третьем этаже. Это отличие от русского языка надо помнить и не позволять логике русского языка сбивать себя. Все остальные числительные изменяются так же, как третий и четвертый. Смотрим. Видес, виденнесса. Кудес, куденнесса. Seitsemäs. Seitsemännessä. Kahdeksas. Kahdeksannessa. Yhdeksäs. Yhdeksännessä. Kymmenes. Kymmenennessä. В описании видео внизу есть несколько ссылок на дополнительные материалы по порядковым числительным. Kirjoita kommenttikenttään, missä kerroksessa sinä asut. Tai kerroksessa sinä asut.